Артем Феоктистов год назад окончил среднее профессиональное учебное заведение. Принял решение служить по контракту. Являлся рядовым мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Сегодня мы продолжаем в последний путь военнослужащего по контракту Феоктистова Артема Дмитриевича. Значит, проводя участник военной специальной операции, которая проводится вооруженными силами на территории Луганской, Донецкой области, вот, 24 числа погиб в результате этих мероприятий. Артем погиб при выполнении воинского долга 24 апреля 2022 года. У него остались родители, брат и бабушка. Прощение с бойцом прошло по месту его жительства в поселке Козелки Красноглинского района области. Проводить героя в последний путь собрались несколько десятков человек. Семья, сослуживцы, друзья, близкие и просто хорошие знакомые. Все помнят о нем как о человеке добром, отзывчивом, готовом в любую минуту прийти на помощь.